Друзья, всем привет, друзья. Смотрите, сейчас буду что кушать. Манную кашу. Вот такая красивая, замечательная каша. Манка, манная каша. Маночка, маночка, маночка. В общем, будем сейчас с вами кушать. Вы тоже, если сейчас кушаете, приятного вам аппетита. Давайте вместе покушаем. Я с вами, друзья, я с вами. Вот так. Ну что, друзья, приятного аппетита. Вкусно. Друзья, давайте сделаем такую тему. Короче, сделаем поедание манной каши на скорость. С какой скоростью я смогу ее съесть? Так, сейчас засеку время. Что, друзья, давайте с максимальной скоростью буду есть манную кашу. Все, понеслась. Друзья, что-то она не лезет мне с максимальной скоростью. Не хочу. Давайте просто будем есть не спеша, может, о чем-нибудь поговорим. Брат у меня забухал со вчерашнего дня. Вчера напился вообще, никакой был. Сегодня тоже еще время. Без 5-4 он уже пьяный. И именно не просто выпил, а именно конкретно пьяный. Конечно, вот так тяжело жить в одном помещении с человеком пьющим. Друзья, друзья. Все, друзья, пустая тарелка. Спасибо вам, друзья, огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Пишите комментарии. Вот, желаю всем счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Пусть все ваши мечты сбываются. И пусть удача всегда нам сопутствует. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч. Все, друзья, всем пока, увидимся.